Ребят, всем привет! С вами снова канал Пашем с Пашей, и у нас снова рубрика «Интересные места Сочи». И сегодня у нас что? Парк Южной культуры. Парк Южной культуры. Пойдем смотреть вместе. Знаете, что самое интересное? Я в Сочи живу уже чуть больше 6 лет, по-моему, если не ошибаюсь. И миллион раз был вот здесь, в смысле рядом с парком Южной культуры, но ни разу сюда не заходил, да. Чисто парковался здесь. И вот настало время все-таки посмотреть, что здесь такое. И оправдать парковку. И оправдать парковку, да. Ну, типа, 300 рублей заплатил за все эти годы парковки здесь. Лиза говорит, что это камелии красиво растут, а мне кажется, что это подснежники. Я не вовремя нажал на паузу, Лиза хотела рассказать про камелии. Расскажи. Я хочу сказать, что возле дома у нас они красивее. Где красивее? Возле дома. Возле дома. Мы потом снимем. Ну, короче, нам придется вставить теперь фрагмент из дома, да? Mm-hmm. Сочи вообще замечательное место, потому что у вас возле дома может быть так же красиво, как и в парке Южных культур. Слушай, я вот прям чувствую, вот мы вот идем, рядом бамбук. И во мне что-то такое, знаешь, древнее просыпается. Обезьянье. Сейчас пойду лазить по бамбуку. Главное не сесть на него задницей. На самом деле прикольно. Все это бамбук. А главное, он высотой 5 метров. И где-то там пролетает еще самолет. Не видно, но где-то там. Во-во-во-во-во. Отлично, красиво, четко. Однозначно могу сказать, что если вы подустали от ежедневного быта, берем вещички, берем чаечек и приезжаем сюда кайфовать, отдыхать, так сказать, единение с природой. В принципе, можно из Челябинска сюда приехать, тоже немножечко уединиться с природой. Я надеюсь, все поняли намек. Нереально красивое дерево. Сейчас подойдем поближе и узнаем, что это такое. Если бы оно еще стояло отдельно где-нибудь в кусты, ну, вот я вижу табличку. Это туалет, это не та табличка. В общем, ребят, нет таблички, чтобы узнать, какое это дерево. Ну, на подснежник точно не похоже, пишите в комментариях. Реально, крутое, могучее дерево. Какая красивая структура у него. Так и хочется стать тем человеком, который подходит и обнимает дерево. Не знаю зачем. Может, они так муравьев едят. Ой, лох колючий. Иди сюда. Кто лох? Я лох? Не ты лох. Вон, смотри. А у нас в Челябинске бы меня так назвали. Колючий. Лох небритый. А это киса. Потрогать кису 125 рублей. 25 рублей кисе, 100 рублей заповеднику. Ну, в смысле, парку южных культур. Все как обычно. С Дагомыса тянется такая стратегия. Ребята, вы знаете, что много лет назад в Сочи прилетали инопланетяне. И вот что-то подобное они оставили. И меня. Мне всегда было интересно, почему в греческих скульптурах всегда изображаются 2 мужчины, 3 мужчины, 4. Определенно это странно. Вот сейчас 2 пацана обнимают дерево. Йогам, наверное, такое понравится, но челябинцам не очень. Хотя, наверное, хватит шуток про Челябинск. А потом туда еще возвращаться, когда им придется. Ой, красотища. Кстати, да, вот это придется снять, когда в Челябинск поеду.
Если что, вы ничего не видели, кроме парка. А вот тут можно искупаться. Лиза, ты в прошлый раз говорила, что ты в ВДВ служила. Было дело? Ныряй. А еще в этом озерце никто не живет. И никто здесь не плавает. То, что там какие-то металлические коряги даже плавают. Только монетки. И камни. И коряги. И коряги. Сейчас мимо нас проехал ребенок на коляске, смотрит и говорит: палки. Между прочим, мое познание в деревьях заканчивается примерно там же. И подснежники. Палки и подснежники. Мост. А вот тут бы я и сам искупался. Тюльпанчики. Похоже, я знаю только подснежники и тюльпанчики. Нравится? Красиво? Нафоткала? Отлично. Показать? Чуть позже. Смотри, какие красивые лебеди. Очень красивые лебеди. Маленькая и большая, смотри. Маленькая и большая. На самом деле я думал, что он значительно меньше. Но достаточно большой. Чтобы его обойти, понадобится минут 30 без остановок ходить. И наслаждаться этой красотой рекомендую однозначно. Хотя бы раз надо здесь побывать. А вот это вот сакура. Вишня мелкопильчатая. Мелкопильчатая. Она же сакура. Красотища. Красивая, красивая. Я про сакуру. А это просто лестница. Тоже красивая. И пахнет почему-то лошадями. Зоопарком, да. Зоопарком. Это магнолия или камелия? Это магнолия. Смотри, ни одного листика, одни только цветы. И все фоткаются. Девчат, всегда, когда вы фоткаетесь на фоне природы, вы в роли страшной подруги. Простите, ничего личного. Но это по-любому так. То, что тут пышнее, он кажется зрительно на пресс. Спустя примерно полчаса и миллион фотографий мы наконец-то уходим от магнолии. Даже мне пришлось сфоткаться. Лиза меня успокаивает, говорит, там многие мужчины фотографируются. А ты уверена, что это мужчины? Да. Вот этот чувак подъезжает к нам уже раз третий, говорит, давай поиграем. Поиграй со мной, пожалуйста. Типа из фильма ужас. Ну, хотя эта шутка, наверное, не зайдет. Вопрос на миллион, что это за дерево? Потому что опускаешься вниз, и вот это, я так понимаю, семена. Похоже на кусочки шишки. Я так понимаю, они слетают, куда-то падают и начинают прорастать. Такая методика у этого дерева размножения. Спустя буквально пару шагов мы выясняем, что это кедр гималайский. Те, кто написал в комментариях правильно, вы молодец.
дуб сизый. К сожалению, засвечивается. Но он весь такой зеленоватый, красивый. Сейчас подойду поближе. Покажу с другой стороны. Весь такой волосатый. Видимо, готовится к зиме. Так, а вот это вот у нас каштан. А вот тут валяется куча семечек. И они очень интересно находятся вот в таких вот ежиках своеобразных. Вот, можно даже тут посмотреть. Это вот такой элемент защиты от животных. А вот, кстати, и семена каштана. Очень даже интересно. Но не ей. Ребята, это тот самый платан, которому 257 лет, если я не ошибаюсь. Представляете? Пережил Вторую мировую, Первую. Задолго до них стоял здесь. Как раз им любовались вот эти вот домики. По-моему, 12 метров в обхвате. Если я правильно запомнил информацию с стенда. Это, наверное, самая главная достопримечательность парка южных культур. Прям завораживает. Ну и, конечно же, нас провожают огромные эвкалипты. Даже запах чувствуется, да, Лиш? Очень красиво. А мы потихоньку идем на выход, ребят. Вот такое вот интересное место, которое мы вдвоем однозначно рекомендуем. Приезжайте, смотрите, приглашаем. Мне понадобилось 6 лет, чтобы сюда добраться. Надеюсь, у вас это займет значительно меньше времени. Место безумно красивое, и я про это могу говорить очень-очень долго, очень-очень часто и очень-очень много. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз об этом услышать. До новых встреч! Это был канал «Пашем с Пашей». А мы отправляемся к следующему интересному месту. Но это вы увидите в следующем видео. До новых встреч. Пока.